Ровный асфальт вдоль дома, аккуратные тротуары, восстановленные подходы к подъездам, новые парковочные места. Ремонт в границах домов 267 с литерами от Б до Ж по улице Старозагора еще не закончен. Но кропотливую работу подрядчиков уже видно невооруженным взглядом. За 3 недели рабочие уложили более 5000 квадратных метров асфальта. Старались не беспокоить жильцов, работать в дневное время, ну, по возможности. С трудностями в основном никаким не сталкивались. Еще у домов завершают установку 2 детских площадок. Одна совсем для юных жителей, а другая для детей постарше. Сейчас рабочие проводят монтаж оборудования, после чего заасфальтируют площадки, а сверху положат специальное антитравматическое покрытие. Все работы выполняют на средства нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители контролируют ход ремонта и с нетерпением ждут, когда благоустройство будет завершено. Я вот здесь с марта месяца нахожусь, то есть все это разворачивалось на моих глазах. Я очень довольна, и мне очень приятно за людей, которые здесь будут продолжать жить. Становится комфортно жить там, где ты находишься. Чистый подъезд, чистые дворы, широкие улицы стали, детские площадки стали такие красивые, детям интересно, они зажигаются, слышим смех во дворе. Это очень приятно, когда дети вообще улыбаются, им есть где играть. Проект благоустройства разрабатывали жители сразу нескольких домов, поэтому подавали заявку не только на участие в федеральном нацпроекте, но и в региональной программе содействия. Благодаря этому смогли оборудовать на пустом месте во дворе дополнительную парковку, чтобы полностью удовлетворить потребности многочисленных автолюбителей. Достаточное количество парковочных мест, то есть там, где коммуникации позволили вдоль всего проезда парковочные места, перпендикулярные парковки устроены, там, где это было сделать невозможно, как вот тут на этих 3 домах, здесь такие перпендикулярные решения, то есть парковок в любом случае достаточно для всех. Повышать уровень комфорта городской среды, благоустраивая общественные пространства и дворы – одно из приоритетных направлений работы губернатора Дмитрия Азарова. Только в этом году в Самаре приведут в порядок более 50 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда», 6 из них в Кировском районе. Еще более 20 дворов по всему городу благоустроят на средства проекта содействия. В Кировском районе 5 таких территорий, в том числе у домов 267 Д и Е по улице Старозагора. Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.